Фотоаппараты, калькуляторы, весы, при помощи которых можно рассчитать усилия, необходимые для открывания дверей, лазерный прибор для измерения расстояния длины и ширины, а также настольный хоккей, футбол и интеллектуальные игры. Такие приятные и в то же время полезные подарки получили организации инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата на ежегодном празднике под названием «Настоящий Новый год». Когда провожаем Новый год, и очень часто говорим, хорошо, чтобы все, что было в этом году, продолжилось в новом году. И слово звучит хорошо. В некоторых случаях мы говорим, как хорошо, что этот год закончился. И пусть Новый год будет лучше. Поэтому пусть у нас будет все хорошо. А что такое хорошо, вы уже сами решите, каждый для себя. Порадовать гостей выступлениями собрались творческие коллективы. Свой подарок для зрителей в виде танцевального номера подготовили Артем Моисеенко и Людмила Усталу, которые в начале декабря вернулись из трехмесячного турне по международным всероссийским чемпионатам и фестивалям по спортивным танцам на колясках. Всего Артем и Людмила приняли участие в 8 выступлениях. В каждом из этих мероприятий мы занимали какие-то призовые места. Где-то серебро, где-то бронзу. Пока, конечно, первое место нам не удалось покорить, но тем не менее мы очень стремимся, мы стараемся и надеемся, что уже в следующем году нам покорится и первое место тоже. Подготовкой пары занимаются тренер-хореограф Юрий Усталу, клуб спортивно-бальных танцев «Альянс» при поддержке Департамента спорта Приморского края. Такие праздники для людей с ограниченными возможностями проходят благодаря программе «Доступная среда». Предновогодние встречи – это еще один шаг на пути к разрушению социальных барьеров, демонстрации силы духа и возможность оказать поддержку тем, кому она необходима. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный, новости на восьмом.